Хотелось бы сказать еще об одной важной вещи. Сегодня Богдан говорил о первой важной вещи, то, что нам надо. Это идти спасать этот мир. Вот. А я хотел бы сказать еще об одной важной вещи. Слово Божие говорит к Ефесянам 4 глава, 22-23 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего». Господь говорит, обновиться духом ума вашего. Как мы можем это сделать? Мы можем это только сделать, если мы на первое место поставим личные отношения с Богом. И пост и существует для того, чтобы мы каждый раз обновляли постоянно свои личные отношения с Богом. Если мы не будем их обновлять, то и не произойдет этого обновления ума нашего. Если не произойдет обновление ума нашего, то наши грехи, наша плоть, она будет превозобладать в нашей жизни. И вот мы, как с театральным служением, вместе совместно с видеослужением, мы сделали один ролик, промо-ролик, который пропагандирует личные взаимоотношения с Богом. И хочу, чтобы вы сейчас посмотрели его.